декабря, время сбора в практике. Почти все уже подошли, скоро начнем опять подготовку. Разбор карт, праки. Сегодня у нас полноценный рабочий день. Еще будет пресс-конференция в 5 часов. 3 дня отдыха закончились. Важный день, важно переключиться с этой секунды. 12 часов, все вовремя пришли, все четко. Нужно 3 дня круто сыграть, вставать где-то пораньше, похавать и настроиться на игру, на режим игрока. Режим профессионала, режим чемпиона. Режим чемпиона, который сидит, играет, хочет победить, готовится не только по игре, и по готовности победить чемпиона. Самое главное, вот эти 3 дня я хочу, чтобы каждый это прошел. И мы, начиная с этого дня, работали жестко и были готовы. Режим здесь простой. Будем готовиться к Виталию по утрам, первые часы. Решил по картам. Сегодня играем 5 праков. Может, еще даже докину один на сегодня. Посмотрим, какая. Смотрю по обратной связи, что происходит. Нужно играть каждый матч сейчас четко. Будем играть нужные карты. Какие-то карты играть не будем. У нас было 3. Надо сфокусироваться только сейчас на полуфинал. Полуфинал будет в субботу. И мы должны полный фокус к этому отдать. Нужна сильная команда, которая готова побеждать. Все. И потом, мы сыграли день, вечером, не надо заходить, все, я жду, что все сидят, играют КС, свой уровень вот ощущений подняли, нужно мы пошли отдохнуть, никого не заставляют до утра сидеть, до ночи, но хотелось бы, чтобы каждый тут сидящий максимальное время уделил, чтобы набрать жесткую форму. Мы здесь сидели, мы активно, в голове надо держать, мы в эти 3 дня отдохнули, вышли в город, похавали в разных местах. Все, чтобы здесь у нас было до***я сил, и мы были готовы побеждать. Вот это в голове должно пройти. Наш сезон начинается сейчас. Наш сезон сейчас начинается. У меня что у них происходит? Мы должны победить, сыграть в фокусе. И каждый здесь будто встали пораньше, перекусили, выпили кофе. Нормально свое отношение к тиммейтам, отношение... Готовности должно быть жесткое. Мы должны все переключаться. Вот это важная черта. То есть, когда мы будем играть турниры, эти турниры длинные. И важно сохранить этот фокус. А не так раздолбиться и ой, как сыграем. Это, такого не должно быть. Это время на самом деле хорошее. Все, они сбились, эти команды. Это командный опыт, как мы проводим вот этот период на турнире. И хочется, чтобы у всех был положительный опыт. Мы не играем. В группе мы сыграли хорошо, но не супер-ультра хорошо. Мы сыграли на свои 75-80%. Да, этого было достаточно для побед, но для next этапов мы должны сыграть жестче. Поэтому я хочу видеть человека тут, который кушает, играет КС, думает о КС, ложится спать и свежий, жесткий подходит к этим двум играм. В субботу, в воскресенье идем за кубком, поднимаем кубок, едем отдыхать. Все, фул фокус, давай, фул фокус. Все жестко собрались. Давай, Лех. За нами пришли, выходим на пресс-конференцию. Ты уже участвовал в пресс-конференции? Да. Яйца. А ты как думаешь? Думаю, да. Почти. 1-4 этаж. Там переделали Торон Империю. Сейчас посмотрим, что там. Помните, здесь были сцены? Теперь их нет. Осталось только 2. Все готово к плей-офф. К полуфиналам. Плей-офф уже начался. Идут с какую-то. Эй, can I stay here? Все, закончилась конференция. Сколько продлилось? 25 минут. О, конечно, сложно было. Пацаны, за счет нас отвечал. Целый вопрос ответил. Ну, Леха, зато на английском. Я не записал, все равно тебе не поверишь, что ты на английском разговариваешь. Когда вопросы задавали, я просто прослушал. Я не разговариваю на английском. Я его не знаю. Праги закончились. Идем, наконец-то, кушать. Ты проголодался? Да, что-то.
World to Cola постоянно пепси. Под состояние уже. Уже пересахарился. Да. Если будет толстым до конца. Так, ну у нас 10 декабря. Сегодня у нас такой сумбурный день получился. Сыграли Праг. Потом прилетела информация, что надо срочно переехать с одного этажа на другой. Видимо, не рассчитывали ESL, что мы, Виталий, теперь пойдем так далеко. Я не знаю, с чем это связано. В общем, сначала переезжали с 8 на 5, а сейчас идем на саундчек. Мы будем тестить новые, типа? Тут можно, сюда можно вставить... Ну, я надо затестить эту, да? Да. Какие-то новые коробочки. Алло. 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 Ну что, вернулись. Родное болото. Еще несколько прагов.